вот информация для автомобилистов. На МКАДе затруднено движение из-за загоревшейся фуры. Видео с места событий прислали через приложение LifeCore. На МКАДе горит тягач. Мотор реактивный загорелся. Инцидент произошел на западе столицы. Грузовик загорелся на внешней стороне МКАД, на участке между Рублевским шоссе и Молодогвардейской улицей. Огонь возник в моторном отсеке и быстро распространился на весь автомобиль. На видео видно, как тягач полностью объят пламенем. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.